забери его. Я горю. А чё? Уходи! Я взял Экскалибур. А, да, все. Я просто его подобрал, короче. Ой, что там все загорелось? Да, короче, надо пересоздавать. У каждого свой будет. Давай, Варпач, верю в тебя. Я король Артур! Сэр-рыцарь, Варпач. Не готовлю. Готовь. Да не в меня! Это не я. О, все. Его убили, блин, меня убили. Поднимаю, Лёва, поднимаю. Там еще один, да? Да, еще один. Ой, еще двое пришло. Экскалибур. Смотрите, у меня в руках Экскалибур. Я манфака. А, ты что, уже сделал его? Да почему он у меня, вот он в руках просто. Подожди, а у Лиса тоже он есть? Да, у вас у всех он есть? Он сейчас остается. Только а его у меня... вытаскивать у меня... его нельзя. А у меня его нет, лол. А его, по-моему, чинить нельзя. Я его вытащил, но забрали его вы. Прикол. А как так? У нас у всех он. У тебя должен быть. Я, он у меня лежал здесь, а... Фак. Вот это подстава, да? Фак! Подожди, у тебя точно его нет в инвентаре? Он слева показывается. Я его не... Фига в том, что я его не смог подобрать, так у меня инвентарь был переполнен, потом появился рядом со мной Варпач и забрал его. Так причем все подобрали? Ой, я даже под водой могу плавать. А у вас он остался, то есть лежать там. Короче, в любом случае... Ну все, обламывайся, вы попали. Ну, либо пересоздавайте, либо чё. Давайте пересоздадим. Я думаю, она сохранится уже. Надо пересоздавать. Дело. Я вот тоже. А Лёва, ты попробуй перезайди просто к нам и все. А, вам надо, да, вам надо же сохранить эти мечи-то на. Нет, ты попробуй это перезайти просто к нам. Мы вот. Я вышел, все, не надо, не надо. Все выйдите просто из сессии. Да, давайте выйдем просто. Окей. Короче, все сложилось как нельзя лучше, потому что сейчас, если, допустим, вытаскивать меч, то по крайней мере, он у вас должен как бы остаться. Так, кто создает? Будь здоров. Фига я чихнул, я ж офигел. Ооо, я Женя не записал, я послушал просто. Я тоже не записал. О, а чё мы тут все? Вам ты записал как Варпач? Так, мы качаем. К кладовщику подойдите. Короче, так, давайте, короче, раз-два. Или нет. Ну давай, давай. Короче, всем здорово, друзья! С вами Левон Варпач, Лис и Вамп, и сегодня мы продолжаем играть в Dying Light. Вот. Короче, сейчас у нас такая ситуация. До наступления темноты осталось совсем ничего. И нам нужно успеть посмотреть одну замечательную вещь, которую мы, в принципе, уже посмотрели, но нужно успеть ее посмотреть еще раз, так как меч, меч, это про меч, все, история про Экскалибур, Экспалибур. Вот. И до наступления ты темноты... Ты отметку бы поставил, чтобы мы все знали, куда идти. А у меня уже есть Экскалибур. О, давай, состязание. Не надо добычу. Не надо, не надо, идем за мечом. Так, значит, меч у нас находится на островке вот здесь вот. И мы бежим. Бежим, бежим, бежим его забирать. Островок, да? В общем, это такая пасхалочка. В общем, я даже не знаю, что еще добавить. В этой игре, судя по всему, немало пасхалочек будет. Еще да. Если вы знаете о них, пишите в комментариях. Мы посмотрим. Да. А если не знаете, тоже пишите. Просто. Мы тоже посмотрим. Ребят, я слышал, тут это есть. Half-Life 3. Ага. Отсылка, да? Да. Ты диск смотри, а то сейчас поверят. Все такие, Half-Life 3. Я знаю еще одну пасхалку, она отсылка идет к Destiny. О, к великой пещере лута. Так подожди, Destiny, это которая новая вышла? Которая или старая? Была игра Destiny. Четвертая, которая. Где... На четвертую, ну, да, вышла. Да. Все да. Понял. Там была. Там у них баг был, короче, были пещеры лута, в которых бесконечно фармили лут. Вот. Потом вышел патч, и эти пещеры лута позакрывали. А здесь есть ссылка к этой пещере. Нифига, он 175 экспы дает. Кто? И сразу режет. Офигеть! Это вообще читерное оружие. Экспалибур, да? Да! Просто толпу режет, прикинь. Зашел в толпу, махнул и все.
Это ну, 7 прочности его, по-моему, чинить нельзя. Парни, если у него там нет есть... прочности. Не спешите вытаскивать, дайте посмотреть. Есть прочность у него. Нету? Да, окей. Есть. Где? Ты за мной нету? Гонишься, да? Я тебе говорю, есть. А, да. Есть, да, вижу. Я прям за вами. Там, видишь, еще его вытаскивать где-то 2 минуты, после чего еще будет зомби, этот труп, из которого вытаскиваешь этот меч, гореть. Скоро ночь. Mm. Ну это реально читерное оружие, я сейчас толпу вырезал просто. Его нет! Я говорил, что так будет, ты зря поспешил. Нету меча. Ну ладно, я свой продал. Я свой тоже продал. А я не продал, я помахал. А у нас чертеж на него есть. А, кстати, а, точно. А у меня он так не остался, короче. А чертеж-то у тебя есть? Чертеж. А, чертежи. Да, чертеж есть. Капец, ну, вот. Кто бы. Нихера его делать, сколько? Блин, я говорил. Пошли. Да, валим, парни. В сейф-зону надо добраться. Блин. Ну-ка, сейчас я у себя гляну, есть, нет? Может, в гости, кстати, зомби придет. Сейчас в гости могут, да, игроки приходить. А у нас включен режим? Наступает ночь. Так зомби изи ночь, особенно если нас четверо. Особенно если Экскалибур, прикинь, как можно будет мочить. Ну представь, у него 150 хп, а у тебя урон 200 с чем-то. Да. Да, здесь нет никого. О, часы заморгали, 25, все, ночь наступила. Ребята, мне страшно! А посреди экрана написано, что наступает ночь, это не странно, просто, да? Такой. А у меня только часы заиграли. Ти-ди-ти-ди-ти-ди-ти. А спать, у меня пора. Это... спать пора. Предлагаю вот эту вот комендантский час зачистить и это заодно. Ой-ой-ой. Они плавать умеют, нет? Тут сейф-зона есть. Зомби? Да. Вы, вы Q нажимаете, чтобы видеть. Я вижу. Не часы. Так-то страшно, я от вас на 100 метров отстал. Ой-ой-ой. У меня Экскалибр в руках. Блин, на них их так много. Я свет где? Включу, а то мне страшно. Она, вон, я на нее отметку поставил прям. 100 метров до нее. Но ее очистить надо еще. Она не очищена. Типа, на базу нету? Нашел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, только... Тихо, спокуха, спокуха. Здесь закрыть. Дверь можно открыть, Лёва. А, нет, она закрыта. Мать его. Забрать. Все тихо. Лёва, вон они! Лёва! А где? Не, я они прошел вам. Они рядом, Лёва, сюда идут. Один идет, тихо-тихо, назад. Нормально, нормально. Ты где? Ты где? Я, да вот он, я тут. Ты меня вообще не видишь? А, всё, вижу. Я темно там, так. У меня реально темно, я ничего не вижу. У меня еще свет включен, я же сказал, мне страшно. Я-то один. Он на тебя прям вышел. Я ему в лицо посветил. А у меня не видно твой фонарик. Ладно, все, бежим. Мой, вы их поагрели. Клёво, они все к вам бегут. Не-не-не, мы никого не агрили. Да, нет. Явно не к нам, никто не к нам не бежит. Куда-то убежали. У нас тут стелс вообще полный. Кью, это КДш, ну то есть нажимаем, мы их видим. Так. Ты не переживай, все хорошо. Нет, страшно. Так, нам куда? Нам надо... Пофиг. Нашим дайте, вот смотри один. У меня есть Экскалибр, я не боюсь им воспользоваться. Ой, это молоток. Не, вам, ребят, не к нам, а на синюю вот эту отметку, которую я поставил. 213 метров куда? Или 63? 40, да, вот 63, он нам 40. Лёва, я ох, я упал. Я тут сундуки вскрываю. Давай. Они над нами двое ходят, но они как бы пока не видят. Так, инвентарь переполнен, опять же у меня. Блин. Так. Точно хватит рядом. Да, я вижу. Надо пойти. Ну у меня лут такой уже начал появляться, довольно нормальный. На тут два ходят рядом. Так, вот они ходят. Пошёл нафиг. Инстинкт самосохранения. А, Лёва, иди сюда. Давай, блин, давай, они давай. Оржут. Тут обычные зомби, это херня. Это херня, да. Это херня. Блин, а чё, да? Я тебя испугался. Они нас... О, вон он, вон, один. Тихо. Один перед нами. Только не шуметь. Ага. Вали их. Забирайся наверх. Давай. Он не прыгает. Он не забирается, но... Давай, вроде все. Я прям вырубить. На него. А, назад. Что-то врубить надо, да. Либо врубить, либо закрыть. О, нашел пробки вставляя. Оба. Эй.
Так, сейф-зона наша, парни. Все, я бегу на сейф-зону. А, он с рядом! Сука, мать его! А! С рядом! С рядом, сейф-зона, чё, нет? Где сейф-зона? Сейф-зона, сейф-зона, сейф! Ааа! Давай-давай-давай, я бегу! Нихера, как? Как сюда попасть? Как вам попасть? Через крышу. Та-та-та-та-та-та-та-та! Я вышел, можно попасть. Все, все, гори в аду, мразь! Зараза. Кстати, что, давайте попробуем экскалибуром убить. Ну как бы это, сейчас я перевяжусь. Да, давайте, я как это, сэр Ричард, или как он был, да? Вы видели? На нас напали, блин. Ну натуре сейчас на нас так напали, блин. Ну где вы, лалки? Блин, ни хрена не вижу. Я помогу тебе. О, смотри, смотри, там вот так вот, давай, кидаем. На! Вообще, помогу тебе! Помоги мне! Вон тебя кинул. Варпач, взрывай его в бочку. Кого ты там мне кинул? Мне страшно. Давай, Варпач, верю в тебя. Я король Артур! Сэр рыцарь, Варпач. Пять аптечек потратил. Варпач, не отходи от флайеров вот этих. Они тебе помогут. Они тебе не помогут. А вот чё он убежал, эй? Эй, чё, засал, что ли? А он нет, нет. Давай, иди сюда, говно! Я готов воспользоваться экскалибуром. Вася, зацени. Чё? Отойди немножко назад. А чё будет? А? О, сейчас будет бум! Чё-то не бум. Во! О! Сейчас будет бум. О, груз, ребята, прибыл. Давай, давай, мочи. Давай, на огонь его, на огонь. Падлу, на падлу, на огонь. На тебе, мразь. Перевязываемся. Экскалибур, у меня экскалибур до сих пор не сломался. Как его можно бить? Это так долго вообще. Невероятно. Сейчас замочим, замочим, парни. Да ты чё, психопатка, а? У меня есть... Куда он пошёл? Зараза! Лёва, я тебя спасу! Давай, давай, давай! Сейчас, братан! Посветите на него! Подмогу! Да как ты меня задрал? Блин, пацаны, я не хочу к вам идти. 15 секунд! Help. Я тебя спасу, 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 давай! Да, нормально, дядь. Спас! Спасибо! Во, он умер, что ли, не? Где, где, где монстр? Вон он туда ушел. Эй, говно! Вау, я-то тут рядом был, ты меня поджег. Блин. Теперь иди спасай. Давай, король, он ваншотает, он ваншотает вообще. А у меня, по-моему, экскалибур сломался. Да, он у меня сломался, экскалибур. Все сломался, экскалибур. Да. О, пацаны, еще один. Я и думал, что его убить не могу. Меня поднимите 10 секунд, ребят. А, они бегают там где-то. Я далеко. Блин, вы че тут? Вамп, я вот рядом. 5 секунд. Да. Ну нафига вы... 8 секунд, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ага, ага. Я в на, гай, говно! Собачье, на тебе гаечным ключом, падла! Ногой, ногой, ногой! Это дело себе дороже. А-а-а, я 5 аптечек потратил. Обалдеть. Так а что с него будет, если ой, мы не его 5, убьем? 8 такая аптечек. Дрянь 200, вообще. $200, 2 аптечки. Убили, да, его все-таки? Или нет? Ладно, там еще один есть. Посветите хотите. На а. Него, я еще на него прыгну. Я герой же. Герой, да. Герой, блин. Посветите на него, главное. Почнется экскалибр, герой. У меня экскалибур сломался, нет экскалибура. Ну и все, капец тебе. Король Артур, тебе капец. Это надо помогать. Сволочь. У меня аптечек нет. Как можно было промахнуться? Чё же мне везёт-то? Ребята, так. Аптечек нет. Ну я нашел этот баг, короче, знаю где баг. Подними меня, сейчас я баком ему прихерачу. Подними его. Сейчас поднимаю. Вам, у тебя есть коктейль Молотова? Ой, он вам ко мне есть пришёл. Коктейль Молотова? Есть у меня коктейль. Давай, готовь. Не готовлю. Готовь. Да не в меня! Это не я. О, всё. Его убили, блин, меня убили. Поднимаю, Лёва, поднимаю. Там еще один, да? Да, там еще один. Ой, еще двое пришло. Назад. Так, вот теперь точно убегать. Советую убегать. Ай, блин, ну опять. Ну, да, господи, блин. Ну сколько можно-то? Ну, поднимал суси. Вас, блин. Теперь Лис. Себе дороже вас поднимать. Лис. Я очень далеко. Что там делаешь? Лучше бы я сейчас добываю груз.
Красава. Я 10 аптечек потратил. Потому что нефиг. Тут понятно. Да ладно, что, пофанились маленько. Я зато понял, что экскалибуром их не убить, когда он сломан. А мне, кстати, интересно, если зомбак коннектится, остальные типа убираются? Скорее всего, нет, он как один из них. Просто да, все. убираются, один на один остаетесь. Ну, молодец, я умер из-за вас и профукал весь опыт. Груз был, кстати, под водой. А, кстати, лут там мы сейчас подберем, там одного мы замочили. А вы виноваты. Ничего, мы не виноваты, все нормально. СССР рыцарь варпач нифига не смог. Я все смог, не надо мне тут ля-ля. Так, и чё, где этот груз-то надо на нем забрать? Моя отметка, никого нет. На нём моя отметка стоит. Понял. $17, $16. Вот здесь он умер, слышишь, вам? Вот здесь вот прям. Тут куча другой фигни. Где он умер? Только осторожней, тут это ну что-то много. Тут ничего нет, он вот здесь вот умер. Ну вот, ничего нету. О, а зомби он все равно ваншотит. Экскалибур. Ну зомби-то понятно. Ну, в смысле... Я буду вообще, со сломанным. Сломанным оружием драться можно, но наносит оно очень мало урона. Согласен. Ну и сломанный экскалибур, это... Вот, варпач здесь у меня было. Где? Блин. Ой-ой, сейчас взорвется! Сейф-зону. Так. Ой-ой-ой, еще, это кто такой, смотрю, он другой какой-то. Так, вот. Ты видишь его? Идем. Че-то там мясо какое-то. Вон он, видишь? Где? Где-то... Он умер, что ли? Вот он валяется. Где? Вот он. Обычно зомбак, ты че? Кого? Он светился только что необычным. А, это быстрый. Это который... А, все, ночь кончается, ребята, это хорошо. Это? Да, можно наконец продолжать сюжет. Короче, ночью мы будем убегать от всяких вампирюк этих. Вообще. А те, кто не забрал supplies, советую забрать. А где? Под водой там он отметка стоит. Лисина отметка, блин. 260 метров. Ночной выживший. Не замечен. Там не умереть. Умер. А где? Водой. Че ты творишь? Да ничего. Все нормально. Все нормально. Нифига ее скинули. Зомби зацепил так. Так, отметка же еще стоит. Да. А там. Че-то он падал, да, вообще пофиг, дышит, не дышит. О, комплект аптечек. Жди меня, вам! Нет. Окей. Я так полагаю, мы встречаемся возле маркера задания, да? А тут у тебя больше ничего нет, кроме двух ящиков. Ну, по всей видимости, нету. Я пока что открою быстренько вон ту сейф-зону, которую пометил. Окей. Оп. Встречаемся в той сейф-зоне тогда. Так, мне надо свою тогда мерку, эту метку убрать. Ну вот, у тебя рожа в воде. А, убираю! Блин. Все. Да блин, хватит. О, ребята, тут еще подводные водоросли лежат. Деталь для сборки. Никто не подобрал? Иди сюда, красавец. Кому надо, подберет. Тут еще есть подводные водоросли. Подводные водоросли, они как-то интересно так светятся прям. Да-да-да. Ну прям как лутаемые такие. Че это за синяя фигня? А, ясно. Пусть я подберу. Че, гоу на миссию? Гоу. Гоу to the mission. Денег давай. Молодец. Так, это все забираем. Экспы дали. Уничтожьте громилу. Че, делаем? Помогите мне, пожалуйста. Помогите лисе уничтожить громилу. Да. Лися путешественница. Так, король варпач. Давай, варпач. Дубль 2. Сейчас посмотрим экскалибур на этом здоровяке. Скандинавский пути, да. Смотрите. Да. О, он света боится. Эй. По-моему, он ничего не боится. Ладно. Я пытался увернуться. Так, громила. Тебя с тобой хочет поговорить сам король Артур. С экскалибуром. Он назад не прыгает, что там такое? Бочки! Мочи его! Тут зомби пришел. О! Пучком! Я в итоге зомби только побил. Ой, кто еще меня бьет? Еще зомби. Король Артур!
Чё-то Король Артур так и не побил. Времена уже не те. Старый я для этих ваших бандитских разборок. Нифига пополам сломал его. Это что, сейф-зона? Не похоже. Так, я тут что-то уже включаю. О, отлично. И что там? Вау! Да, пошло. Вы наверх поднимались, кстати? Нет. Че не давай? Откуда эти зомбаки вообще? Кто такие зомбаки вообще эти, а? Почему их так много? Я что-то тела прям разбрасывал все стороны. Кто такой зомбак и где она живет? Полезли наверх, чё? Смотрим, что там. А, вот там наверх? Возможно, ну как бы активируем башню. И мне это все сразу напоминает Far Cry какой-нибудь. Кстати, да. О, смотрите, тут можно спуститься на веревке. Чур, я первый. А если я не зацеплюсь, запомните меня Артуром. Каким Артуром, сервер патч? О, да, сервер патч тоже звучит. Сервер патч. А! Я тут чуть с башни не упал. Как залезть на ту эту лесенку-то? Фак. Вообще вниз свалился. У меня не цеплялся. Маста. Так что там интересного? А, тут, мне кажется, надо будет какую-то ретрансляционную вышку включать. А, доставьте набор помощи при ЧС кладовщику. Еще такое задание висит. А. Ясно. Да это каждый день там. Офигеть, вот как высоко. Такие прыгуны там все. Да уж, да уж. А как дальше? А, вон вижу. А, нет. Как дальше? По балкам, что ли? Ну да. Так. А, во. Ой, я, кажется, на этаж слишком высоко забрался. Да, слишком высоко. Ну, хотя там щиток можете включить. Я хочу на самый верх подняться, посмотреть. А где тут щиток? Город выглядит. А, вот, по-моему, щиток. Лёва сам там щиток вроде придумал. Я нашел. Нет, там какой-то щиток реально был. О, безопасная зона. Да. А теперь наверх. А теперь можно вниз. Нет, нельзя. А там есть на что спрыгнуть, как ассасин такой? Тут есть веревка, скорее всего, по ней можно... Да, там можно. Так, стопэ, стойте. Стойте все. Сейчас мы поднимемся. Тут ничего интересного наверху. Единственное, что это город можно посмотреть с высока. Вот мы город посмотрим. Так еще дует прям. Здрасте. Кстати, вот да, так... выше поднимаешься, дует очень сильно прям. Ой, он вот колыхает. Знаешь, такая густая, как гель для волос, блин. Что-то тут шатает, по-моему. Да-да-да. Слабо, как я, вот. Чисто вот, короче. А где, кстати, этот? О, вот тут флаг был. О, смотрите, там, кстати, какой-то этот плюс есть. Маяк. Ребят, меня укачивает. Нифига ли он встал. Толкните его кто-нибудь, толкните его, толкните. Ну уж нет. Там флажок, кстати, есть на конце у вас. Тоже должен быть. На конце флажок. А чё, флажок делать? Взять надо? Ну да. Ну-ка, я вот чисто рисковый парень. О, флажок. Assassin's Creed, блин. Assassin's Creed в натуре. Блин, я хочу зацепиться за эту веревку. Реально вообще это сделать? Давай, делай это первым. Так, что повысить побег, если кусаки у вас хватает, вам будет проще вырваться. Вниз, хочешь прыгнуть вниз? Блин, я не знаю, получится ли зацепиться. Нет, не получилось. А нет, получилось. Ты падаешь или спускаешься? Спускаюсь на веревке. Блин, так. Давайте за мной. Вы же тут активировали, да, там кто-нибудь, какой-нибудь щиток? Там. Я активировал. И чё, как оно? Упал. Чисто сейф-зону, получается, разблокировали. Типа того. Лис! Бедолага. Лис упал, что ли? Да, там за пробел надо цепляться. Да всё норм, так и было задумано. Тебя подняло. Ребята, ловите! Мой толстый зад спускается! Сэр, варпач летит! И всё, что ли? Прыгай в мусорку, тут норм. Лоу. Смотри. Уху! Сарварпач. Обожаю эту игру, блин. Да. Вон, кстати, что за постер? Слушай, а можно было сверху так прыгнуть сюда? Вау, какой постер. Пацаны, видели постер? Нет, где? На доме. На доме? На доме? Что там? Да, вот отсюда видно. Сейчас отсюда идите. Интим не предлагать.
Ну, что-то есть в этом такое, но это всего лишь прыжки с шестом. Ну да. Ну да. В роли шеста используется Экскалибур. Предлагаю начать уже потихоньку продвигаться по сюжету. А мы сможем залезть вообще вот на этот, видите, вот здоровое здание, мы на него залезть сможем? На какое здоровое? Вот, перед нами стоит. А, нет, там сейф-зона, по сути, то есть основная база. Мы же туда, это же база, мы же бегали вначале с ним по крану. А, точно. Это не этот, вот за ним это большое здание есть. Туда надо смотреть, видите. Ты видишь, за ним, вот если отсюда до сюда добежать, где-то вот так вот, вон, видишь, еще выше здание. Да, вот, да, я про него знаю. Есть, я допрыгнул! Докуда ты там допрыгнул? А тут мешки, короче, с мусором. Привет. Иди нафиг. Ой, что-то у меня лагать начало, когда зомби начал гореть. Ну, это все вопросы к зомби. Зомби, ты что горишь? Лагучий такой. Ваш пердак из Андератак. Так, а куда идем? Мужики, тут торговец появился. Где? Все в зоне. Лёль. Кто-то орёт, help. Вы слышите? Да-да-да, я слышу. Бегу спасать чувака. Ту-ду-ту-ту-ту-ту! Это задание для супергероев. Да. Сэр Варпач. Так, а где он орёт-то хотя бы? Вот он. Он хотя бы деньги дает. А денег? А я не вижу, где он. Сэр Варпач, вы опоздали. Куда он делся? Да я уже все. Так я понял, так он должен 7 денег дать. Вон, 7 дал. Так, а что ты бегаешь? 93 бакса за спасение жизни? Да я бы убил тебя за 93 бакса. Тяжелый топор дровосека. Около 6000 долларов. Фига себе. Наш крюк. 5300. По нынешнему курсу это очень дорого. Аптечек возьму. Больничка, хорошо. Мычки дешевые. Алкоголь. Так, а вы где? Где вы, торговцы? Я потихоньку двигаюсь, кстати, к зданию. В сейв-зоне? Да я отошёл от него только что. Это зеленое ближайшее? Да, вот. Вот, ты правильно, Миша. Обожаю вскрывать холодильники. Ням-ням. Тут иногда шоколадки вкусные лежат. Холодильники, шоколадки? Да. А где торговец-то? А там увидишь. А, все вижу. Так, ну что, разомнемся?